Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Яна, и мое сегодняшнее видео будет о заказе Faberlic по 16 каталогу 2017 года. Там очень много было интересных новинок, много всяких разных скидок, много всяких товаров, которые бы я хотела, и я, наверное, даже думаю, что буду делать повторный заказ. Я заказываю для себя, вот, и, конечно же, мне пришел этот каталог. 17-й новый, по которому мы будем заказывать. Тут тоже много всего интересного. Будет одежда от Валентина Юдашкина. Но сейчас не об этом. И первое, что я хочу показать, это вот такая вот пена для ванны. Я сразу покажу все 4 товара из новинок. Не все 4, там было 6 товаров вот этих новеньких французских десертов. Но мне не достался крем для рук, его уже не было в наличии. И мне не досталось молочко для тела, по-моему, его тоже уже не было в наличии. Поэтому что успела, то купила. Там шла скидка, 2 средства. Если берешь из этой линейки, там они по каким-то скидкам. Ну, в общем, я точно уже не помню. И я заказала пену для ванной. Оформление просто шкардос. Ну, если честно, запах... Я не могу понять, что мне это напоминает. Вот, какой-то... Ну, какой-то десерт напоминает, но не могу вспомнить, что сладко. Да, скажу сразу, что сладко. Я... По-всякому отношусь к таким ароматам, потому что я не очень люблю сладкое, но одно оформление, вот это розовое, шикарное, я как истинная блондинка просто не могла пройти мимо. Также вот крем-гель для душа в объеме 200 мл, жидкое мыло для рук, жидкое мыло от Faberlic я обожаю просто, и кусочек вот такой мыла твердого. Не знаю, буду ли я заказывать этот, как оно называется, уже... Крем для рук и лосьон для тела, ломалочку для тела из этой линейки, потому что, ну, у меня уже есть 4 товара, в принципе. Я буду их использовать. Так, дальше я заказала вот такой вот наборчик, тоже от La Creme. Это крем-мыло для рук увлажняющее и крем-пена для ванны увлажняющее. Ну, крем-пену я буду использовать как гель для душа, потому что пеной для ванны я и не пользуюсь, потому что у меня душевая кабина, в принципе. С кокосовым молочком и молочными протеинами. Я из этой линейки ни разу ничего не заказывала. Вот именно с этим ароматом кокоса. Многие девочки рассказывали про крем для тела суфле, по-моему, из этой линейки, что оно просто бомбическое. И теперь я тоже захотела, потому что аромат вообще такой классный. Я прям вот вообще не знаю, я даже не знаю, как его описать, но это просто супер классный аромат. Так же, как я люблю из этой линейки мой любимый гель для душа мятный, я себе уже там 5 этих тюбиков заказала. Вот это тоже супер класс. Я всем советую попробовать. Следующее, что я заказала, это вот такой вот гель для душа от Vitamania. И у меня еще ни одного не было. Все уже показали, у меня еще не было этих гелей для душа. Такая вот вроде, казалось бы, маленькая, миленькая баночка, но здесь 200 мл. На самом деле выглядит очень такой небольшой. Пахнет приятно, посмотрим, как будет на теле. Но я даже заказала из-за внешнего вида этих тюбочков, потому что они очень такие милые на самом деле. Значит, я взяла манго и папайя, этот киви... И авокадо, такой цвет красивый, приятный. Затем я купила, в общем, я все купила, клюква и земляника. И еще один, это смородина и ежевика. Вот я, в общем, все из этой линейки купила гели для душа. Они у меня теперь все есть, я хотела попробовать, и теперь я их попробую. Они шли там, в общем, если ты заказываешь на какую-то сумму в каталоге, эти гели шли по 69 рублей или по 79. Вот как-то так было. Затем, конечно же, я заказала вот эту новиночку, мыло для кухни с ароматом зеленого чая. Мягко, эффективно моет, не раздражает и не сушит кожу рук. Ну, все мыло для кухни, которое есть у Faberlic, мне нравится. И вообще мне жидкое мыло у Faberlic очень нравится. Пахнет приятно. Я не скажу, что прям это пахнет зеленым чаем. Ну, такой какой-то свежий аромат идет. Дальше я заказала вот такое детское мыло. Кошка малина, мои ручки самые душистые, мне нравится. Есть кошка манго, есть кошка малина, в общем, есть все разное, я заказываю, мне нравится эта детская серия. И также от Астронавтика я заказала этот бальзам для губ, для детей, космический, он идет 3+, я ни разу не заказывала, не знаю, новинка или не новинка, по-моему, нет. Сейчас открою, посмотрю, как выглядит.
Ну, выглядит вот таким образом, так же, как обычные бальзамы для губ у Faberlic. Сейчас понюхаем, посмотрим. Пахнет так приятно, какой-то, знаете, мороженкой, мне кажется. Так как у меня сейчас обоняние нарушено, у меня насморк, поэтому я не могу. Создано для детей, вот здесь, видите, написано, подходит для всей семьи. Так, следующее, что я заказала, это вот тоже, по-моему, новинка, если я не ошибаюсь. Это водный спрей антистатик для текстильных изделий с цветочным ароматом. Снимает статическое электричество, подходит для всех видов ткани, не содержит спиртов и пропеллентов. Легкий цветочный аромат. Разучилась читать. Вот так он выглядит. Я даже не открывала еще. Сейчас брызну, понюхаю. Ой, пахнет так, так приятно. Как какими-то духами пахнет, мне кажется. Очень приятный аромат. Так, следующее я заказала, конечно же, вот такой вот крем. Зима, это вроде как новинка, но не то чтобы новинка, в новом оформлении, я так понимаю. Это защитный крем для рук. Сейчас у нас зима приближается, у меня с руками проблемы. Я уже рассказывала много раз. Тоже ничего не было в наличии, кроме вот этого крема. Но я вчера, когда заказ забирала, мне девушка там в пункте выдачи сказала, что вроде бы товар у них появился, и можно заказать что-то еще будет. А одежда, она мне сказала, будет у нас только со 2 ноября можно будет заказать. Не знаю как. Наверное, везде так. Дальше я заказала 2 вот таких вот средства. Это освежающая зубная паста «Нежная малина» и освежитель для полости рта. Тоже это там шло, если заказываешь 2 средства из этой линейки, там какая-то, в общем, скидка была. Я хотела другую зубную пасту и новинку с экстрактом вишни, по-моему, со вкусом вишни, но ее уже не было в наличии. Вот освежитель для полости рта я еще не пробовала. Пахнет очень приятно. Такой мятненький, ядрененький. Не знаю, надолго будет освежать или нет, посмотрим. В пустых баночках потом обязательно расскажу. И также зубная паста. В общем-то, я не люблю ароматизированные зубные пасты, я уже об этом говорила. Она здесь зафольгирована. Ну вот, я вечером иногда чищу такой пастой. Просто я захотела вот этот вот до полости рта освежитель, и нужно было взять какое-то второе средство, чтобы получить со скидкой. Поэтому пришлось так заказать. Дальше у меня вот такой тоже наборчик. Нужно было там выбрать 2 средства. Они тоже шли со скидкой. Это новинка Faberlic Men. Я заказала шампунь-гель для душа тонизирующий и дезодорант-антиперспирант. Так как муж у меня любит больше шариковые дезодоранты, я заказала шариковый. Тоже там не все было уже в наличии, хотя я заказывала в первый день начала каталога. Пахнет очень приятно, очень. Такой свежий аромат, я бы сама даже, мне кажется, принимала душ с таким, душ с таким гелем. Присмотритесь. И также вот такие 2 средства мужских от Incognito. Это распылитель дезодорант, это был набор, по-моему, но я купила из-за геля для душа, потому что мне очень нравится, вот как пахнет Incognito. Я даже подумываю заказать туалетную воду такую мужу, потому что мне нравится, как пахнет этот гель для душа и также дезодорант. Хотя я уже говорила, что муж у меня не любитель распылителей, но куда деваться. В наборе был, значит, будет пользоваться. Возможно, подарю на Новый год там брату или папе. Найду, в общем, применение. Вот это был весь мой заказ по 16 каталогу. Так что я хочу сделать, возможно, по этому каталогу еще какой-то заказ. Потому что на самом деле очень много интересных предложений. Можно купить много товаров со скидками. Поэтому вот так. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду готовить для вас новые видео. Всем пока-пока. Нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе, чтобы вам приходили оповещения, когда у меня выходят новые видео. Я стараюсь снимать почаще, по мере возможности. Ну и теперь на этом точно все. Пока-пока и до новых встреч.